Так, ребята, кого-то выносят. На этот раз китайцам я так просто свое творение, свою деревню не отдам. Поэтому будем бороться, будем сражаться. На этот раз у нас есть все шансы, у нас есть хорошая броня, хорошее оружие. Кто кого бомбит, вот вижу рейд-кибитку. А вот вижу. Угу. Не-не, не дадим, вы чё? Ага, один. Собака. Да ну как так? Откуда он знает то, что я лезу-то? Так, слышите, да, рейдят базукой. Как я их не могу убить, я не понимаю. То ли это в натуре все пинг так решает, то ли чё. Сейчас мы будем их нахер выносить к чертовой матери, этот Китай паршивый. Уже заколебало тут. Их всего двое, мы их должны вынести вообще под ноль сейчас. У меня звуки багаются именно в этот момент. Бляха, ну как так? Одного положил. Встал, смотрите. Положил. Смотрите, встает. АКМ, UBS, болтовка. Все, быстренько у них лутаем нахер. Лестницы этому оставим. Возьмем бобовки. Сет стальной брони. UBS, болтовка. Смотрите, что нашли у него. Собака. Смотрите, что делает. Видели? Хату ремовывает, ублюдище. Быстренько отходим. И идем их добивать нахер. Угу. Так, короче, берем немного патриков и спускаемся уже вниз. Видели там топовый? И был уже чувак в стальной броне. Где он? О, ребята. А у вас уже, так понимаю, пушек-то толком не осталось. Короче, берем динамит нахер и их идем выносить. Сейчас будем у китайцев конфисковывать лутец. Кто это, китаец, не китаец? Сейчас настало время уже их нам посмотреть, как у них дела. Собаки, смотрите, что сделали. Видите, да? Что творят они? Все в армор сделали. Все, ребята, кроме чего? Кроме фундамента. Поэтому сейчас ходим, пока они не апнули. Навесим кучу динамита и тупо все взорвем. Тупо все взорвем. Я думаю, 20 динамита нам хватит, чтобы вынести каменный фундамент. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, и тут, в принципе, ну, херово, конечно. Хватит, не хватит, ребята. Походу не хватило. Твою мать. Твою мать, тут турель. Добивай. Помогите добить, ребята.
Там чувак на крыше. Там чувак на крыше, который тупо стреляет. У меня опять сломался прицел. А что, есть болтовка дома, нет? Потому что... У нас пол хаты нет. Там, если что, за дверями турель. Ну? Ну как я по своего-то убил? Какой я придурок. Вон наверх, наверх выходит. Всё. Ты живешь? Да, живу. У меня патронов больше нет. Видишь, он где? Обоих положил. Один встал. У меня патронов нет. Я не смогу прыгать. Собака. Добивай. Я его добью. Чё у него там? Быстрее. СМГ-хи, ФАМАСы, АКМ. Быстрее, мне патронов нет, я прыгаю. Отвлекаю. Они палят. Пойду хотя бы за массу что-то. Может, у меня нет ничего. Одного кнопнул. Мои тиммейты. Я не могу попасть к нему. У нас только массы, а кого нету. У меня сейчас патроны кончатся. Твою мать! Покажи, кто где, откуда тебя палят. Ну так упади. У меня патроны кончились. У меня патронов нет. Асикс, красава. Короче, взяла 200 патронов. Больше нет. Ну чё вы? Где? Видишь где? Видишь где? Да. Вот, забери, они пока... Они по мне стреляют. Я положил. У меня 90 кп. Я пока к тебе ползу. Чтобы это... Ладно. Залутаешь или там я приду сама, заберу все. Чей-то другой труп залутал. Очень жирный труп при том. Я ничего не вижу, у меня... Наверху ушатал тело. Я пойду попробую к ним залезть. Мистер злой, мистер злой психи накинул. Пала. Ой, отлично, смотри, пробил он. Где вы его? А, он там кнопок идет? Кто это ломает там чё? Вика. Тянется, не тянется меня турель. Он что-то с турелью хотел сделать. Чего они хотят сделать? Прикрывайте, короче, я полез к ним. Хотя бы посмотрю, что у них там есть. Один наверху стоит.
Наверху, говоришь, стоит? Я наверху у них, это я. Ага, вижу. И что у них наверху? Осторожно, турель, пожалуйста. АКМ, QBS, базука. Отлично. Куча патронов. Military C4, 4 штуки. Офигеть. Они меня застроили. Я, короче, ладно, иду с другой стороны. Я шкаф нашел. Давай бахай. Кидаю сиху, быстрее ставьте свой шкаф и ремовайте эту всю херню. У меня шкафа с собой нет. Бляха! Ну дай дерево нарублю. Тут китаец какой-то. Прикинь, нарубится полгода. Сейчас, короче, походу добахаем уже эту херню китайскую. Я стреляю. Помогите хотя бы, постреляйте. Чё. Нет, не хотите. Ремонтить эту херню. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Кто досмотрел до этого момента, обязательно напишите. Спасибо те, кто досмотрели до этого момента. Я вам желаю всего самого наилучшего. Спасибо всем огромное, что вы меня смотрите. Всем вам огромное спасибо. Реально очень благодарен, очень приятно.